хочу показать способ крепления опалубки к стенам откоса при помощи грунтовых анкеров. Вот мы сейчас делаем септик, заливаем. Нижнюю часть опалубки подняли, просто забили фиксаторы вниз в грунт. А при подъеме выше уже в грунт будет забивать проблематично. А делать какие-то там укосы, упор, здесь потом будет сложно работать. То есть если мы здесь какие-то распорную систему какую-то сделаем для опалубки, то перемещаться будет сложно. А поскольку у нас вот объем, высота довольно большая, заливаем так постепенно. Собственно, что для этого используем? Вот такая штука. Это самодельный грунтовый анкер, сделан из куска трубы. С одной стороны вот он просто сплющен, заварен, слегка подточен. С противоположной стороны вот такой вот острый срез. Как это работает? Анкер при помощи вот такого забойника забивается в грунт на необходимую глубину, после чего забойник извлекается, проволока натягивается на анкере, анкер вот этим острым концом втыкается в край грунта и его там разворачивает при натяжении. То есть забили его вот так, начинаем тянуть, он вот так вот разворачивается. То есть и работает уже там в грунте как якорь. То есть вытащить такой анкер потом физически уже невозможно будет, только вместе со всем грунтом. Сейчас покажу сам процесс. Одеваем анкер на забойник. Так. Где-то у нас тоже будет сантиметров 30 здесь. То есть куда-нибудь вот сюда вот его выбьем. Забойник — это просто кусок арматуры. С небольшой ручкой, чтобы удобнее было его извлекать. Забивать лучше поглубже. Потому что при фиксации анкера он немножко еще подастся назад. Вот так. Все. Немножко осыпалось, не страшно. Все, теперь нужно извлечь забойник аккуратненько. Из анкера. Так, все. Теперь нужно немножко натянуть проволоку. Вот так, чтобы зафиксировался анкер в грунте. Все, проволока натянулась. Вот я ее уже вытащить ее уже не могу. Все, она держится мертво. То есть теперь анкер, если можно оттуда извлечь, то только вместе со всей вот этой порцией грунта. Очень рекомендую. Такой хороший простой способ. Анкеры делаются несложно. То есть и это позволяет крепить опалубку непосредственно к самому откосу, не возводя каких-то дополнительных упорных конструкций.